Весна, настало лето. Спасибо Родине за это. Вот действительно, Родина, которую нельзя продать, и она бесценна, имеется в виду то, что у нас родится. Не вырождается, наоборот, нарождается новое прекрасное. Смотрите, какой невероятно красивый в этом году урожай винограда. Мы просто удивлены о том, что сейчас конец июля, и виноград у нас просто невероятными размерами. И это все благодаря хорошей агротехнике и, конечно, Гиберлину. Вот грозди Реалайнса, они в два раза крупнее, мощнее, сочнее. Видите, какие? Смотрите, какие. Обычно 300-400 грамм, а здесь килограмм. Вот они, вот они. И это не только здесь. Вот Алешенькин перед вами. Гроздь, ну, вот, как вы видите, приличная, килограммчик, полтора есть. В памяти Домковской. Вот уже начинает, видите, окраску уже, да. Уже такие лианы тонкие-тонкие были. Я думал, что вообще никогда, как сплошной хворост. А оказывается, значит, мощный виноград. А это? Это тоже Алешенькин. Это Алешенькин, еще. Тоже, да. Еще Алешенькин. Угу. Еще Алешенькин. Так, и вот это Алешенькин. Вот белое пламя. Да какая! Какая гроздь! Ядреный корень! Это же не может быть! А это виноград Кадрянка. А? Вот очень красивый, такие вытянутые грозди. Должен быть черный. Черный. Ну, подождем. Ждать, да. Подождем. А впереди у нас большая перспектива. Что дальше у нас? А вот Конкорд американской селекции. Красавец. Ох, какие ядреный корень. Вай-в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 ай. Это Гаюга, наша гордость. Ну, она развивается у нас. К сожалению, черенки у нас в этом году не получились достаточно. Но в этом году мы придумали новый способ кирчевания и получения больших результатов. Ну и опять-таки Реалайнс. Реалайнс, да. И все эти виноградные грозди мы настараемся в следующем году поставить под крышей. Говорят так, что хочешь быть богатым и здоровым, имей сад. Ну, а если хотите быть абсолютно счастливым человеком, выращивайте виноград. Виноград приносит не только сладостное вино, прекрасный сок, но и истинное наслаждение гурмана, который видит созерцание природы и вашего труда. Труд, который дает нам наслаждение, вернее, усладу. А результат – наслаждение. И эти грозди, которые еще только-только в середине своего созревания, вызывают у нас невероятный восторг. Удачи на даче, чтоб виноград всем нас принес процветание и что? И сладкое. Благополучие. Да, и вино приятное, которое распить в теплой компании.